прямо к базе, на которой будем рыбку ловить. А это вот тут такая деревня или поселок. Пейзаж, конечно, мягкий. Такой, даже не знаю, какое слово сказать. Удручающий, вот какой. Что за пейзаж? Что тут такое? Песок. Да. Нечего тут больше снимать. Снимаем на реке. Вот, наконец-то мы добрались до места рыбалки в Астраханской области. Сейчас наладим удочки. Соберемся. Может, на базу вон на ту заедем. Здесь у нас еще вот все завалено. Я уже искупался, вода теплая. Вообще, мама он уже рыбку ловит, не терпится. Я чувствую, она больше нас всех наловит. Такая вот тут речка. Красота. Короче, там лодки жужжат, рыбаков полно. Все, опять батарейка садится. Вон там база, это самая, на которую мы нам заедем все-таки. Там поудобней. И вода, и свет. Так, первая щучка в этом сезоне. Чуть не ушла. Хорошая. Такой вот заводинки. Тихо. 8 килограмм. Сниму немножко. Вот такой улов в первый день. А? Красота какая. Вот, ну как, вот такую чашку полную икры. Вот так вот. И потом засолила ее, а она крупнозернистая, как черная. У нее крупное зерно икры. Там вообще была рыба обалденная. Вот и дождь. Такие вот 40 километров в час.
километров в час. Дорога вообще капец. А фуры вон едут еще тише. Вот такие дороги. Обочину все разъездили тоже. 21 век, Россия. Езжайте эту дорогу стороной, да. Замучайтесь ехать. Это точно. Задолбала уже эта дорога. Въехали во Владимирскую область со стороны Касимова. Нормальные дороги. Вот так вот. Большая разница. Видно сразу. Приехали с Астрахани, разгрузили машину. Вот такой у нас улов. Карасики такие. Прекрасная. И здесь тоже вот бочечка соли. Бочка 50 литров. Написано. Так что вот такие дела, съездили нормально. Ну вот, разложил бочку с ведром. Сейчас вон там закоптим, тут отдадим, сольем водой, немножко вымочим, все соленое. Эх, сазанчик хороший. Так, будем белить и жарить. Тут вот хороший карасик попался. А. Щучка, ничего. Вот нормальная попалась щучка. Ну да, и тут карасики, ничего. Астраханские. Вот результат. Хорошо, полгода будем есть рыбу, свежую, натуральную, соленую, короче, разную.